баб. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Мимо рая блаженного дорожка лежит, аллилуйя, аллилуйя, дорожка лежит, как поет тай дорожки два. Грешная мимо рая идешь, аллилуйя, аллилуйя, мимо рая идешь, то ж ты душа прегрешная, к нам в рай не зайдешь. Ош, аллилуйя, аллилуйя, к нам в рай не зайдешь. У нас в раю так хорошо, да некому жить, аллилуйя, аллилуйя, да кому жить. У нас в раю растет древо купорисное, аллилуйя, аллилуйя, купорисное, а на древочке росточки серебристые, аллилуйя, аллилуйя, серебристые. Спаси Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Ларовские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях фольклорный коллектив «Домострой», руководитель коллектива Нина Николаевна Артеменко. Здравствуйте, и участник друзья. Любовь Скобелева. Здравствуйте. Нина Николаевна, вы сегодня пришли неполным, да, составом. О, у нас наверное, сюда бы ваш состав не вместился бы, да, в эту студию? Нет, не вместился бы, я думаю. Но если бы в 2-3 ряда, то можно. Это... Ну, русская изба всех вмещала. То есть вы у нас как носитель, да, вот этой традиции, ну, как считаете? Пытаемся, себе? Пытаемся продолжать это дело. А вот скажите, дело наших отцов. Да, это как-то передается. Есть кто-то в такой мере, который может вот объять
все это. Вот как вы, есть такие люди в Петербурге? Конечно, есть. Да. Это в каждом коллективе можно найти талантливых людей. И вот Люба Скобелева, которая тоже много лет уже поет. Сначала в одном ансамбле, затем пришла в наш коллектив. И о нашем ансамбле узнают люди из разных источников. Где-то услышали о нас что-то или увидели наш, услышали концерт, приходят. Но таких ведь коллективов много. Если, скажем, еще лет 30 назад фольклорное движение, вот такой фольклор в городе, то есть народная традиция, крестьянская традиция, приходит в городскую среду, и первые ансамбли буквально по единицам можно было пересчитать. Это несколько ансамблей в Москве, ансамбль Дмитрия Покровского, знаменитый Московской консерватории, и наша Ленинградская, впоследствии Петербургская консерватория. Вот первые ансамбли, первые ласточки, которые начали это дело. И как бы, ну, знаете, глаза боятся, руки делают. И мы начинали буквально с нескольких песен, начинали с нескольких человек, а сейчас фольклорное движение насчитывает уже тысячи людей по всему бывшему Советскому Союзу, по всем близлежащему зарубежью есть фольклорные ансамбли. И даже в Литве, Латвии есть русские, русскоязычные фольклорные коллективы, которые собирают народную традицию вот на сопредельных районах и областях. Значит, это все живет? Это не только все живет. Вы знаете, фольклорная традиция вот удивительным образом она восстанавливается. Она какие-то имеет в себе внутренние резервы к самовосстановлению. Вот как птица Феникс она восстанавливается. Если, казалось бы, в советские годы все утрачено было и погребло под собой, вот, скажем, пролеткульт и вот это... сцена, которая не давала развиться таким исконным жанром традиционного эстрады, фольклора, да, вот сценические формы превалировали, то оказалось, что внутри под спудом вот сохранялась вот эта святыня под спудом. И народ передавал из уст в уста. Даже, знаете, такое, у нас были такие случаи, что мы записывали клубные коллективы, и вначале они пели какие-то сценические песни, даже, можно сказать, такие ура-патриотические, советские, лирические, какие-то патриотические песни. Потом начинаешь их расспрашивать, они поют, уже вспоминают эту традиционную лирику и былинные песни. А потом оказывается, что в тетрадочках у них записаны духовные стихи. Mm-hmm. И под конец записи обязательно какая-нибудь пожилая женщина скажет: «А я еще стихи, псальмы знаю». Вот. И они передавались, переписывались. В каждой семье были такие тетрадочки потайные, которые хранились, от бабушек передавались. Вот. Даже если они где-то гостят у своих родственников, или даже в больнице где-то бывает такое, в санатории подлечиваются. И вот услышали там духовный стих, псалом, обязательно перепишут, выучат и уже исполняют его. Вот таким образом... удивительное явление, как, например, распевают старинные, старые тексты, традиционные тексты духовных стихов на абсолютно современные напевы, можно сказать, напевы поздних лирических песен. Вот сейчас стих, который мы исполнили с Любой Скобелевой, стих «Мимо раю блаженного» — это знаменитая дорожка, сюжет о дороге, о путь человеческой жизни, о вот этом пути, который должен человек пройти, и с чем он к Богу явится. Что ж ты, душа прегрешная, да не каешься, с чем ты, душа прегрешная, к Богу явишься, чем ты, душа прегрешная, оправдаешься. Вот этот традиционнейший текст духовного стиха распевается на мотив поздней украинской песни «Косил что-то Ярушину», Янок там или кто-то, короче, Ванечка косил сено. Вот на такую позднюю песню, на мотив. Иногда на романсовые напевы, иногда вообще даже разбойничьи песни. Вот, удивительная живучесть вот, оказывает этот жанр. Вот такие перетекстовки –
вот, известных напевов, и на них распевали старые тексты. Таким образом, я думаю, что они сохранились до нашего времени. Спасибо, Господи. Что-нибудь исполните еще, пожалуйста. Ну вот наш любимый стих, который записан у нас на диске, «И ходил-то Господь по сырой земле». Мы несколько лет назад записали духовные стихи, которые мы записывали в фольклорных экспедициях. А это стих, записанный нашим участником ансамбля Дмитрием Будко в селе Палеологово, такое удивительное село Пензенской области. «О чем скорбеть, о чем крушиться, о чем мне слезы проливать, а лучше Богу помолиться, Его на помощь призывать». «О чем скорбеть, о чем крушиться, о чем мне слезы несчастье, и все везде меня страшит. Куда же скрыться от несчастья, и где найти мне твердый щит? Стихи, конечно, длинные. Вот так человек размышлял о жизни, о смерти, о том, что для чего ему эта жизнь дана, как ему прийти к Богу, как он подойдет вот к этой последней черте. Мы сейчас все торопимся, торопимся. А песни такие протяжные. Люди находили время садиться и петь их, да. И они погружались в это состояние. А ведь не было телевизора, да. Не было даже радио до 50-х годов вот, в русских деревнях и хуторах. И человек размышлял. А даже я еще помню по своему детству, что ходили нищие. Очень много было нищих, бездомных после войны. Вот это поколение, которое пережило войну
И еще даже наши 50-е, 60-е годы ходили погорельцы, просили милостыньку. Среди них, наверное, были и подвижники. Потому что я помню, у нас такой Яшенька был в городе Йошкар-Оле. Он ходил и зимой, и летом в такой шинели на голое тело. Там был большой крест. А креста тогда мало кто носил, крестика нательного. И вот это был, пожалуй, такой первый урок. Вот. И а нищие когда-то в 19-м и дореволюционное царское время ходили нищие, калики перехожие, пели духовные стихи, псальмы, рассказывали о своих странствованиях из монастыря в монастырь, рассказывали, какие чудеса, какие святые появились, какие чудеса происходят, источники или какие-то свидетельства такие удивительные, их паломничеств на святую землю, на Афон. И вот так передавалась из уст в уста вот эта традиция удивительная духовных стихов, которая в самых своих старших, в самых своих архаичных формах, она восходит еще к русскому героическому эпосу. Вот есть такие стихи, которые очень близки русской былинной, такой сказительской манере сказывания, исполнения былин. Вот. И также записано нами на Дону. Такие стихи – это старшие, так называемые старшие духовные стихи. Ну, если следовать классификации собирателя Павла Бессонова. Это ветхозаветные, такие сказания о ветхозаветных героях и персонажах, об Алексее, человеке Божьем, об Иосафе, царевиче, который ходил и жил в пустыне. Вот такие стихи распевались, по сути дела, как героические былины. Нина Николаевна так все говорит, таким голосом. Мне даже такое, на меня напало такое состояние благостное, умиротворенное. Идет пост, сейчас нам это очень нужно. Потому что что-то мечемся. Вот надо обратиться к песенному творчеству, может быть, что-то выучить. Вы знаете, нам, наверное, кажется вот это сложным, да? Вот да. Эта традиция. А ведь на самом деле народ очень быстро перенимал духовные стихи. Mm-hmm. Вот нам рассказывали исполнители, что 1-2 раза услышали какую-то песню или духовный стих, и они уже ее поняли. То есть не выучили, не переняли, а поняли. Угу. Вот, батюшка, может Давайте. Быть, мы сейчас так и попробуем? Ведь это были такие университеты народные. Это было народное богословие, школа богословия, вот, где народ учился, вот, где он познавал вот, историю церковную, духовную культуру, жития святых. Вот, и таким образом они и перенимали эту традицию. Давайте попробуем. Давайте. Наш любимый стих, который записан недавно нами на Дону в Каменском районе Ростовской области, «О, счастливый этот путь, где поклоннички идут». Когда-то паломников на Руси называли не паломниками, а поклонничками. Так даже в книге об Афоне вот, пишется, что Душные именно паломнички. Да. Святыням, да? Ля-минор, да? О, счастливый это путь, где поклоннички идут. Аллилуйя, аллилуйя, где поклоннички где поклоннички идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
этот монастырь, сам Спаситель приходил. Аллилуйя, аллилуйя. Сам Спаситель приходил. Сам Спаситель приходил. Дорожки просветил. Аллилуйя, аллилуйя. Все дорожки осветил. Все дорожки осветил, поклонничков пригласил. Вы, поклоннички мои, вы придите вы ко мне, поклонитесь вы мне до самой сырой земле. А я для вас за весь мир, до пять ран я получил, до две раны на руках, до две раны на ногах, а пятая под ребро, кровь лилась из-под нее. А вы, ангелы мои, соберите кровь мою и поставьте на престол грешных души причащать, водичку запивать, грешных души омывать, грехи наши омывать. Вот такой стих. Замечательный. Хорошо, очень. Вот это состояние, да, русской души, покаянное, особенно в пост, это полезно, да, это вызывать все такие вот чувства покаянные, вспоминать страдания Христова. И народное творчество этому способствует. Не только в храмах, да, в церкви. В народе вообще, в народной традиции было все очень гармонично. Вот время собирать камни, время разбрасывать, время празднику, время размышлению и такому внутреннему сосредоточению, размышлению, покаянию. Да. Если вот пост предваряется несколькими неделями приуготовительными и масленичной недели, когда народ вот так праздновал широко и весело ходил в гости, гостевал, жарились блины, поминали любимых покойничков дорогих, то пост – это вот тот период приготовления к совосстанию со Христом. То есть если, вот, скажем, на Масленице русской катаются с гор, ведь мы эту традицию утеряли. Сейчас вот эти наши увеселения на сцене или где-то в парках и в наших городах и весях, они далеки от народной традиции. На самом деле и Масленица справлялась совершенно не так. И самым главным было действом – это молодежь и молодожены. Молодежь и дети катались с гор. То есть это вот было такое как бы символическое падение с Адамом, с ветхим Адамом. Падение, как бы вот это греховное падение, нарушение заповеди. Молодежь катается, молодоженов чествуют, их катают по всему хутору, по деревне, их величают, молодая должна всем кланяться. Вот ведь настоящая Масленица. В это время исполняются особые обрядовые ритуальные песни. А Великий пост – уже когда Масленица уже закончилась, завершилась, прощенным воскресением, чином прощения, поклоном и действительно покаянием и прощением друг у друга. И вот тогда наступает Великий пост, время такому размышлению. И люди занимались такой спокойными домашними работами. Женщины ткали, садились за кросно, вышивали, ткали, готовили новины. Вот у меня сегодня обновка. Впервые я прихожу в этой рубахе, это новина из домотканной ткани, вышитая рубаха. И вот так уже на праздники надевали новую, а мужчины надевали новые рубахи, которые были сшиты и сотканы в Великий пост с молитвой, с такой, с покаянием. И надевали на сев. Вот когда пахали землю, сеяли зерно, сеяли хлеб,
шли с просфорой особой благовещенской, вот, с вербочкой, которые скотинку освещали. Вот насколько все было гармонично, насколько, да, все было увязано вот в единый такой необыкновенный, такой литургический, такой выстроенный мир. Угу. То есть последовательность всех действий, всех песенных, ритуальных, акциональных, как хотите, форм. Николай, ну, как всегда, передача заканчивается. Споете что-нибудь нам на прощание? А давайте мы в утешение и нам, и братьям, и сестрам, нашим зрителям и слушателям исполним наш любимый стих, который не только на Дону исполняется, он известен в Смоленской, Тверской губерниях и, наверное, и в других областях. «Не унывай, душе моя». Не унывай, не унывай, душе моя. Не унывай, не унывай, душе моя. Уповай, уповай. Дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. С вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях был фольклорный коллектив «Домострой». Божья всем помощь и приятного поста. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.